В самом сердце нашей страны, в ее столице, как будто затаилось настоящее молдавское село. Речь идет о театре этнографии и фольклора имени Иона Крянга, который находится неподалеку от парка Валяморилор. Стилизованный не под современную деревню с кирпичными заборами и двухэтажными домами, а под ту, где есть косомари, много фруктовых деревьев и телеги с сеном. Это государственное учреждение. Наш театр направлен на выявление, восстановление и сохранение традиций и обычаев молдавского народа. Мы сделали все, чтобы наши гости остались под впечатлением от посещения театра. Постарались воссоздать традиционную молдавскую деревню. Тут вот за моей спиной находится летняя сцена. В теплое время года все спектакли и праздники проходят здесь, на свежем воздухе. Тут же растут фруктовые деревья, и все дети, наблюдая за спектаклем, могут есть черешню или яблоки. Если вы хотите узнать о том, как из поколения в поколение передавался обряд крещения в молдавских селах и деревнях, как хоронили людей и играли свадьбы, вам сюда. Dragul mamei odoraș. Помимо этого, у нас есть много праздников, таких, например, как Новый год, Святой Андрей и так далее. На самом деле, наш народ очень богат на традиции и обычаи. Главное — это сохранить их и передать следующему поколению. Кстати, коллектив выступает под живую музыку, никакой фонограммы. А актеры являются в первую очередь танцорами, певцами и коллекционерами традиций. В отличие от других учреждений и коллективов, мы продвигаем подлинные аутентичные традиции и костюмы. Актеры выступают в одежде ручной работы, вышитые по старым схемам. Сейчас уже не производят подобных костюмов. Все, что можно купить, выполнено на машинке. А у нас люди могут увидеть настоящие вышитые вручную рубахи, в которых ходили наши предки. В ближайшее время театр представит спектакль «Балтагул» по одноименному роману Михая Садовяну. Всю информацию можно найти на сайте театра ионкрянга.md или на странице в Фейсбуке.